Твери завершен основной объем работ по первому этапу модернизации водовода от Тверецкого водозабора до Дюкера Восточного моста в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время осуществляется соединение нового участка трубопровода. Напомним, что всего будет обновлено более 5 километров труб от Тверецкого водозабора до Дюкера Восточного моста с увеличением диаметра с 600 до 800 миллиметров. Из федерального, регионального и городского бюджетов выделяется почти 276 миллионов рублей. На сегодня завершен основной объем работ по прокладке труб до проезда Кутузова. Сейчас проводятся так называемые врезки – монтаж соединений нового акведука с действующей системой водоснабжения областного центра. Ну, на первом этапе предусмотрено 4 врезки для переключения на существующий водовод. 2 дня назад закончена первая врезка. В настоящее время завершается работа на первом этапе, и скоро он будет пущен в работу. Второй этап планируется запустить в течение месяца, и работы по водоводу будут завершены.